Категорически всех приветствую. И сегодня у нас экспресс-обзор новинки от Альфа Хука. Это контроллер жара, он же Callout, Альфа, что-то там, три буквы, For Natural Experience, для натурального опыта. Ну что, поехали? Начнем с упаковки. Альфа Хука всегда отличалась классной упаковкой. Кстати, на этот раз ребята никаких плюшек не положили. Вот, хотя я очень сильно рассчитывал, был почти уверен, что будут какие-то плюшки. Как в случае с Битом, как в случае со Спейсом. Со Спейсом там вообще целый короб был всего. И конфеты, и носки, и куча-куча всего. Окей, коробка упакована в обычную поликарбонатную коробочку, здесь уплотнитель, сверху пластик держать. В целом все мило и приятно. Что касается самого коллауда, это цельный кусок нержавейки, даже на ощупь чувствуется, что в меру тяжелый. Я когда покупал этот коллауд, во-первых, я знал, что его по-любому куплю, но в Инстаграме делал голосование относительно того, какой коллауд взять из трех, и голосовали за три варианта. Альфа Хука FNX, это коллаут от Zeppelin, кстати, тоже очень достойный вариант, и коллаут на грани. На грани коллаут у меня был в эксплуатации недолго, но был хороший в целом коллаут, никаких вопросов нет. Но вот интересно, как поведет себя Альфа Хука. По отзывам ребят, и, кстати, немного сейчас, насколько я видел, и обзоров, и отзывов, не так много ни на Ютубе, ни в Инстаграме, но из тех, кто курил, говорят, что он гораздо быстрее греется, чем на грани. И также быстро отдает жар. Из того, что мне нравится, воздух идет в прорези снизу, потом есть углубления, они два вровень идут. Углубление кольцо, нет, кольцо немножко центральное выступает над боковым. И между центральным и боковым идут дырочки, то есть отверстия. И это круто. Есть углубление как раз под постановку углей, чтобы они не затухали. Ну вот в этом плане Zeppelin интереснее сделан, что у него, в принципе, забор идет из трех дырок, и они стоят над углями. Посмотрим, сколько углей помещается. Это 25-ки. А вот полноценно 3 не влезает. Что, да, 2 25-х угля и 1 устанавливаем на грань. Это другие комбинации. Нет, все равно 1 25-й будет на грани. Но зато стоит очень уверенно. По сравнению с теми же вот коллаудами, которые устанавливаешь. Это обычный Lotus, Razer, который мы используем на повседнев. Это Razer-овский коллауд. Ну вот он больше внутри. В него спокойно влезает 3 25-х угля. То есть здесь влезает. Что касается лотуса, здесь у нас, как обычно, два угля. Что здесь два? Это, может, уголь большой. Куколка перевес делают по углю. Я впервые в Lotus не влазят 2 25-ки. Ну окей, все знают, что здесь, в принципе, 25-ку засунуть можно, и здесь она будет. Но здесь она всегда норовит свалиться. Либо пепел. Здесь этой проблемы нет. Крышки у них тоже нет. Это кокосовый уголь. Вот. Но посмотрим. Сейчас затестируем. Поскольку я на ней не курил. Тестировать будем на пасте и Space Smoke. Кстати, классный вкус. Это
ягодный или малиновый йогурт. Будем тестировать на облаке. Почему на облаке и почему на спейсе? Потому что посмотрим, как он отдает жар. Насколько он быстро нагревается, насколько он отдает, насколько быстро он припечет данную смесь. Ну что, ребят, по результатам отпишусь в Инстаграме. Всем счастливо, всем пока.